Ход следствия по делу о нападении на оператора Тенгриньюс ТВ Дениса Хусаинова контролирует Министерство внутренних дел. Как заявил официальный представитель ведомства Нудель Даурас, в МВД знают об инциденте и даже назначили проверку. Напомним, что оператор нашего интернет-телевидения во время съемок горящего автобуса в Алматы подвергся нападению. Неизвестные гульбой накинулись на представителя СМИ, повредили камеру и отняли флеш-карту. Причина, по которой вы меня так, хотите документы убить? Документы давай сюда. Документы, где твои? Что ты корреспондент? Давай сюда. Может быть, ты английский корреспондент, американский? А вы что? Да. Да-да. Кто такой? Давай. Мы назначили по данному факту проверку. Обязательно будет принято процессуальное решение. Мы сейчас на данный момент должны выяснить, кто виноват. И после этого порушения мы обязательно предпримем какие-то меры. Как стало известно накануне, на Хусаинова напали работники автопарка, которому принадлежит сгоревший автобус. Пока полицейские классифицируют произошедшее как хулиганство. Однако юрист холдинга «Алаш Медиа Групп», куда входит и интернет-портал «Тенгриньюс ТВ», утверждает, что полицейские должны были возбудить уголовные дела и по фактам умышленное уничтожение чужого имущества и грабеж. В действиях Дениса Хусаинова во время этого инцидента не предусматривается каких-либо признаков правонарушения. Напротив, он действовал четко в соответствии с предоставленными ему правами законом о средствах массовой информации. Вот в действиях этих лиц, которые напали на него, да, причинили материальный ущерб его камере, напротив, есть признаки нескольких уголовно наказуемых деяний. В частности, да, в частности, можно квалифицировать и как хулиганство в данном случае, совершенной группы лиц, как умышленное уничтожение чужого имущества, как грабеж, когда снимали флеш-карту, да? А также нужно будет давать уже отдельную характеристику, отдельно квалифицировать действия представителей правоохранительных органов, которые находились на месте этого инцидента. И уже давать оценку их действиям, почему, то есть бездействиям, почему они, наблюдая весь этот беспредел, спокойно стояли, не предпринимали никаких мер. Ко всему прочему, отметил правовед, необходимо привлечь к ответственности полицейских. Сотрудники ДВД, по словам пострадавшего Хусаинова, видели происходящее, но предпочли не вмешиваться в конфликт. Теперь юристы медиахолдинга намерены следить за этим делом и оказывать любую юридическую помощь оператору.